Да, вчера было так забавно чат читать. Русскоязычная трансляция наполовину состоит из дегенератов, блядь. Я просто лишний раз этой хуйне поражаюсь. Чел, короче, карта Риальта. И чел просто в чате пишет, бля, ну, флета бот на заре. И после этого этот бот на заре в двух файтах, блядь, два гравитона ебашит им прям в лицо в шестерых, блядь. Вот, и разъебывает их. Ну да, как бы... Солдат ощущаться стал после бафа, но слушай, ну как будто он немножко сильнее. Should I go hamster again? Но такое ощущение на самом деле, что то же самое. Как тебе новый патч в Overwatch? Великолепный просто, видишь, на Торбьорне теперь играю. У Тарбата, кстати, классно, вы же в курсе, то что у него раньше было 200 хп, а сейчас 250 с броней. Поэтому это хьюдж баф Торбьорна. Но у него ешка теперь на 50 брони меньше дает. Но какая хуям разница, когда у вас базис вашего хп вырос на 50? Это же, блин, офигенно. Мне кажется, Торбьорн ОП сейчас. Ребят, играйте на Торбе. Ну-ка, давай посмотрим. Do you know, guys, special tactics with Torbjorn? Check this out. What, Hamster, what are you doing? Oh, shit. I fucked up. Oh, on the tire. Yeah, that is good. Oh, nice. Охуенно, блядь. Вовзер, здорово. Yo, Денис, бро. Блин, единственный из стримеров, кто ценит Торба, как бы, это Тисвен. Вот он по-настоящему шарит, как бы, потенциал этого персонажа. Остальные, блядь, слишком скептически к нему относятся. Но Тисвен молодец, он корень зрит, как бы, шарит, кто где срал. Я не совсем понял, как он вообще этот гравитон прокинул. Вот он, типа, она юзанула гравик, и он улетел влево. Вот ровно, кстати говоря, в этот момент, гайс, ровно в этот момент, у флета 23%, какое-то хуйло пишет в чате Overwatch лиги о том, что флета бот на заре. Вот, и просто, блядь, смотрите, ебать. Сомбру пытался словить, а? Ебать, он там всех положил. Бам, нахуй. Да, мы следующий отсосем, радуются фанаты Бостона. Мы так в рот возьмем у Ванкувера в следующей игре. Да, вот так вот, вперед. Смотрите на них. Да, заебись! Еби нас, Ванкувер, давай, по жопе, блядь! По жопе, вот так вот. Манчкин заплакал, говорит, я такой хуёвый на трясе, спасибо, что забустили меня, гайс, блядь, пиздец. Я так насосал на Вольской, сука. Стику себе на очко прилепил, блядь, вместо противника, ура! Извините, простите, пожалуйста. Ребята, а как апнуть золото? А то играю на саппортах, а команда сосет. Рейтинг? А золото это сколько, подождите? 2500 это платина, 1890. Фигово играешь на саппортах. 3870 у тебя. Бля, но это я буст покупал. Все ясно, буст? Ну да. Серьезно? Ну да. Продано. Спалили нахуй. Да сука, этот открытый профиль, блядь. Прайват. Мне до сих пор жалко 800 рублей за игру, а ты еще вап деньги.
Ой, блядь. Бля, он шарит, ребят, шарит. Почему 800? Я за 2000 покупал. По скидкам. Надо было тоже дождаться. Что делал? Дождаться. Да, с мягким знаком. Смотрите Overwatch лигу. Тоби-то, здравствуй, спасибо. Да, погоди с байтами. Дай пожрать. Ребят, так удобно смотреть на белый текст на белом фоне. Я вот прям кайфую. Не знаю, как вы. Не знаю, как вы, ребят. Но я вот прям вот мне по кайфу. Так видно хорошо все. Да. Что такое DK, когда ты выше даймонда апаешься? Если ты не играешь неделю, вот. Тебя начинают ПТС снимать. Каждый день, по 20. Найс! Вот так вот, ебать! Play of the day, блядь. А за что это? Ой, бля, нет! Заебись! Что ты хуя? Блядь, это было охуенно. Опа! А за что это? Ой, бля, нет! Заебись! Что ты хуя? Ой, хорошо. Ой, хорошо. Тебе игра Нью-Йорка? Ну, они что-то подрасслабили, по-моему, булки, пиздец. У них гацы не особо сильные, я так посмотрел. Если говорить про Нью-Йорк конкретно, они как команда очень сильные. Если мета поменяется, они, ну, типа, будут ебать пиздец. Но гацы у них, по-моему... То есть они достаточно сильные, чтобы разъебывать всю хуйню. Вот. Но, по-моему, они слабее Ванкувера того же. Как минимум. Если они проиграли Сеулу... Ну, либо Сеул на подъеме сейчас. Они там что-то поменяли у себя. Хрен его поймешь. Не, так по-хорошему, по большому счету, они не должны были проигрывать. Как один герой по типу Батиста может контрить Голдс? Но божьей помощью, как бы, и, блядь, полем бессмертия, типа того, наверное. Я не эксперт Overwatch, ребят, начинающий стример. У меня какой? У меня всего уровень, подождите. 154-й, ну что я в этой игре понимаю? Вот тут все с серебряными рамочками, посмотрите, все с серебряными, блядь. А у меня 150-й уровень только, что я понимаю в этой игре, блядь? Правильно? Так и дела. Ульты, блядь, гравик, нано. Да, дали нано на меня. Да. Блять. Я сейчас, блядь, зайду нахуй в ваш чат, я ее ебну, блядь, там на месте. Такая дрянь, блядь, она еще рот свой открывает, то, что мы ей закидываем игру. Хуета, блядь. Я подержу. Это у тебя такая разминочная игра. Блядь, если он русский, я все про него скажу, нахуй. Просто все, что я о нем думаю. Так, подожди, на стриме нельзя так. Да. Я его напишу. 18 плюс контент. Хуило, блядь. Бля, Ларимин, то есть легендарный. Ой, у меня 60 тысяч фолловеров. Ребят, спасибо вам большое всем. Всем привет еще раз. Короче, предлагаю он новый... Он реально расстроится сейчас. Новый корейский сетап. Смотри, no. Ты берешь Люсю, а я Бригитту. Привет. Андрейка, так, я еще. Завтра уезжаю, ну, мы в командировку их. На 3 недели. Я хотел на хомяке покрутиться вокруг мельницы. Потому что приобрету новый опыт. А вроде бы и грустно, что выхожу из зоны комфорта. Надеюсь, что там в отеле будет нормальный Wi-Fi и я смогу с вами контактировать. Можно пару ласковых в дорогу. Люблю вас всех меньше, чем 3. Спасибо тебе, Мимонг, огромное. Можно пару ласковых в дорогу? Удачной тебе дороги, пирожок. Возвращайся быстрее, будем тебя ждать. Наконец-то я закончила рисовать мерч для ярмарки. И теперь могу денек просто почилить. Пока все это... Ну он так выебывается, блядь. Ей боже, целую неделю пока... Потому что у него 4200, блядь, он нахуй королю не расстал. Да. Да можешь ты назад вернуться, ёб твою мать, дебил! Прости, пожалуйста.
А это не тебе, это не тебе, прости. 2,5 тысячи зрителей, поздравляю. Спасибо, а донатов нет, нихуя, чё-то, извините, я не хотел басить, это просто случайно вырвалось, само собой. Никогда не буду донатить гусю 5к. Ну так вот, шейги, блядь. Ну, это модератор, но это анмод. Скоро будет тоже. О, нормально. Это анмод, блядь. Ты был на главной Беннета, ну, я не был на главной. Еще одну Непса возьмут вместо Хога. И... Я один раз был на главной Батлнета, знаете когда? Когда стрим, они поместили туда Стаса Давыдова, а Стас Давыдов меня хостит. И он, короче, во время размещения Батлнете не подрубил стрим, и вы включали стрим в Батлнете, и хост на меня шел, блять. Вот тогда я был в Батлнете. Тобита, у меня нет ценника на Инстаграм, я пощу там, блять, свои носки, ебать. Это шутка. Подписывайтесь, ребят, кстати, на Инстаграм в описании под стримом. Я фоткаю свои носки, комп. Ну все, блядь. Опа, ребят, учимся. Я играю на разных рейтингах, на разных персонажах. Так. Мы продолжим сегодня тему саппортов. Ага, да-да-да. И сегодня я вам расскажу. Ну заебись. Многие этого персонажа недолюбливают или недооценивают по непонятной мне причине. Хотя, если делать на нем какие-то базовые... Нормально, нормально. Вари прозади. Что нужно делать и как. Всегда будет эффективно и всегда будет делать... Ребят, обучаемся на стриме. Райт хей, райт мяу. Достаточно эффективно. Да. А почему именно люди... И по нему, блядь, невозможно попасть. Хорошо на большинстве карт. Вообще заебись. Соревновательный режим... Не так сильно подвержен, особенно на средних и низких рангах, не так сильно подвержен какому-то метовому сетапу. Поэтому, в принципе, все бегают, что хотят, играют, что хотят. И, ребят, обучайтесь, обучайтесь. Чел дело горит. Работу, делать какие-то основные... Так, ну-ка давай. Это пиздец, конечно. Что вам понадобится? Какие основные умения? Ага, какие нам понадобятся? Давай, блядь. Купил аккаунт, я не знаю. Вам нужно периодически волрайдить. Ага. Вам не обязательно уметь это хорошо делать, вам не обязательно... знаете, какие-то классные маршруты, вам нужно просто понимать, что когда вы волрайдите, вы себя ускоряете. Нихуя себе. И чем больше вы это делаете, тем быстрее вы перемещаетесь. Чем быстрее вы перемещаетесь, тем тяжелее по вам попасть. Да ладно, это ебать. Это очень просто. Поэтому вместо того, чтобы преодолевать какое-то расстояние пешком, часто обучайтесь, ребят, вот мы пока тут поиграем. Ой-ой. Кува, спасибо тебе большое. И вам нужно спасибо. Допустим, наверх. Да на чучело у Слидовса. Качество стрима просто шикарное. Хуёвое качество стрима. Я хочу, блядь, лучше сделать. А лучше сделать это, сука, 200-300 тысяч рублев, как бы. Вот. Сижу, сосу бибу. Хочу лучше сделать, блядь, пока не получается. Помогло ли тебе психологическое образование в плане понимания людей, паттернов их поведения и прочего, что связано с социальным взаимодействием с другими людьми? Не могу сказать, что помогло. Не то, что... Я не могу сказать, что помогло. Ты просто стал, ну, типа, понимать некоторые вещи лучше. То есть начал выебываться некоторыми терминами и осторожнее их использовать, типа той же депрессии, да? Я повторюсь, опять же, когда школьница 14-летняя говорит, блять, поймала депрессуху, пиздец, потому что меня парень бросил, как бы, ну, типа депрессия это немного другая вещь. Ну и всякие вот такие штуки. Да я просто в чате, в общем, в Overwatch'е в белом спрашивал, как из золота апнуться, а мне сказали, что у меня 3900, блять, и попустили меня. Так для друзей хотя бы открой, что это как черт. Ага. Я когда на РП захожу, я, кстати, тоже скрываю это все. Во-во. Ларри, слушай, тут такой вопрос. А зачем ты ВКонтакте в друзья племянницу 15-летнюю Мимонго добавлял? Я не знаю, я пьяный, блядь, был вот этой. Она мне на следующий день пишет, знакомый. Я ничего не ответил, потому что мне было хуёво. Я реально, кстати, я не знаю почему, я столько друзей, в друзья добавлял, это шок. Но я хотел дружить, походу. Ой-ой-ой! Андрей, смотри, что делаем, блядь! Вот так их, нахуй! Что это было? Гэм, хочу, что со мной произошло? Я подкинул РХ, блядь. Блядь, пиздец. За вчера, когда 30 минут нон-стоп донатов было. Блядь, ну ты же понимаешь, что я на деньги с донатов живу и, блядь, еду себе покупаю, ебать. Конечно, мне по кайфу, когда мне, блядь, донатят дохуя. В смысле? Когда я, допустим, 2 фуловых дня свои метро стримил, и мне, блин, накинули 700 рубасов за 2 стрима по 7 часов.
Да это я приуныл, потому что 700 рубасов мне бы не хватило поесть, купить, а сейчас хватает, поэтому я доволен. Типа, чё? Поехали дальше. Хеллоу, ебать. Эй, драм-н-бас этот заебал уже. Подождите, пизду его. Что ты планируешь в Секиро играть? Пока нет. Overwatch, на самом деле, всегда был и будет удобен тем, что можно хуесосить всех вокруг. Стандартная тема. В принципе, ничего против этого не имею, за исключением того, что периодически все равно нужно за своими ошибками смотреть. Но при этом здраво отдавать себе отчет в том, что, ну, в половине случаев действительно так оно и есть. В половине случаев ты не можешь просто чисто физически выиграть, а в половине случаев нужно просто посмотреть, мог ли ты что-то сделать лучше. И если мог, то в следующий раз сделай. На самом деле в Overwatch действительно нужно на полном серьезе абсолютно здраво принять тот факт, что некоторые игры ты чисто физически не можешь выиграть. Их достаточно много. Что бы ты ни делал, можешь рассказать, пожалуйста, как ты начал Кузнецов стримить? Увидел на канале History по телеку. Думаю, пиздатое шоу можно постримить. Вот, идею Лиза подкинула. Вот. Сказал, зрителю может быть интересно. Я ей сказал, ну давай попробуем. Вот, так начал стримить Кузнецов. На канале History на самом деле есть еще ряд пиздатых шоу, которые можно посмотреть. Ты обязан каждый момент меняться, чтобы уметь сам выиграть игры и подняться. Но когда ты начал на персонаж учился играть на нем, делал все, но не можешь подняться, винишь уже Тиму. Понимаешь, тут немного не так это работает. Я говорю про игры, которые, ну, чисто нереально выиграть. Понимаешь, есть определенный процент игр в Overwatch, я не берусь судить сколько. Включишь клип на экран, если там девахи в нижнем белье будут, на 90% случаев нет. Мне вообще, на самом деле, в последнее время намного безопаснее на Твиче вообще клипы никакие не включать. Даже когда тебе говорят, включи клип, там все заебись, ты включаешь, а там пиздец какой-то происходит. Просто зачем лишний раз рисковать? Нужен ли в овере выбор карт перед поиском? Ну, не совсем выбор карт, скорее как в том же Старкрафте. А там ты можешь забанить там энное количество карт, там 2-3. Как правильно ник на этом маке читается? Вообще правильно читается Эшпашмак. 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 Я не знаю. Меня Лиза пыталась научить, но я тупой, блядь, и не могу запомнить, как правильно это нужно читать. Эшпашмак. Эшпашмак. Вот это вот, первая буква, она читается вроде как ОЩ. Я думал, на 2К все плохо апнулись, начнутся норм игры. Да, пирожок, ну конечно. Только на 2К уёбки играют, а на 3К уёбков нет. Ой, а в мастер лиге-то, блядь, лучшая лига вообще. Мастер лига лучшая лига, пирожок. Там вообще уёбки не играют. Она же слишком скилловая, да? Ты, наверное, так думаешь? Ой, как я не хочу тебя разочаровывать, пирожок. Вот просто ты бы знал. Клянусь тебе, не хочу. Я поэтому в свое время отказался по этой причине ОТП-шить Симметру, хотя очень хотелось. И тоже был винрейт хороший. Вот. Но просто челы потом приходят на стрим и тебя, блядь, говнищем поливают просто. Кресло. Удобно ли? Сколько стоит? Как называется? Бля, выбираю себе кресло уже 2 недели и не могу выбрать. Спасибо. Эндерлим, спасибо тебе большое за поддержку. У меня Тессора какой-то там. Можешь посмотреть, вот типа вот так вот выглядит. Просто посмотреть по форме, я не помню. Бля, как же я там работал, ребят. Ну так вот, ебать. Чё так потно-то в Даймонде? Хотел на торбе поиграть. Ну, сука. Ой, давай, расскажи мне там. На трейсе там. Ну, ебать, смотрите, ван клипнул почти.
Не, ну вот этот файт. Вот этот файт он прям затащил в Соляныч, пиздец. Парень молодец. 3031. Хочу на торбе играть, блядь. Заебала эта фара. Серьезно. Напиши изи. Не, я не БМлю. По правилам, ребята, GG всегда пишет проигравшая команда. Вот, тем самым признает поражение. Я не БМлю. Нет таких правил. Есть правила хорошего тона, пирожок. Где GG пишет проигравшая команда, либо игрок. Ну, формально таких правил нет, но, типа, это правило хорошего тона. Выигравшие пишут ГГВП, нет. ГГ — это признание своего поражения. Допустим, в Старкрафте это вообще, ну, типа, считалось тем, что ты сдаешься. Когда ты пишешь ГГ, ты сдаешься. Ты можешь написать ВП, типа, well played. Но ты не пишешь ГГ. Если ты выиграл, пишешь ГГ, то, что поединки хорошо играли, еще раз, ты пишешь ВП. Well played. Ну ты не пишешь ГГ. А в начале, да, обычно пишут Джелли и Чеф. Good luck, have fun. Если выигравшая команда пишет ГГ, у меня так все время. Ну, я не могу сказать, что это БМ. Типа... Но обычно так не делают. Обычно, если ты победитель, ты отвечаешь. Как бы. Тебе пишут ГГ, и ты пишешь в ответ там ГГ, ВП или просто ГГ. Мы сейчас не говорим, мы говорим просто про правила хорошего тона. Вы можете им следовать, можете нет. Я, допустим, в Overwatch не пишу ГГ практически никогда. Что такое БМ? Bad Manners. Вот так вот, ебать. 6.17. Да. Подождите, вам, наверное, вообще ни хера не видно. О, курва. Стало 4.10, не? Опа! Не, ну это скиллоу было. На, блядь! На, блядь! Не, ну это было скиллово, ребят. О, тут некрос какой-то. Какой-то обоссанный некрос. Что он там делает? А, хуета какая-то. Хуета какая-то, блядь. Ой, эти генжи мейны, фу, бля. Бать, сейчас гамилифинож будет, ребят, вы готовы? Ну на, блять, я не заслужил. Поэтому, ебать, ты гандон, конечно. О, да, этот лев, этот парень на торбе, ёбаный ворот. Давай, показывай скилл. Бум. Найс. Так. В эфире передача «Спроси у Гамелифи». Здрасте, меня зовут Пикси, мне 10 годиков. Хочу узнать, чем осел отличается от ишака. Буду рад услышать ответ на свой вопрос. Пиксель Бастер, смотри. Смотри, пирожок, отвечаю на твой вопрос. Смотри. Заходишь, смотри, гугле, блять. И пишешь там: чем осел отличается от ишака? Смотри. Оп! Осел как домашнего, так и дикого осла. Ага, молодец, ты справился. Браво, ребят, перерыв на такой мажорной ноте. На самом деле я... Бля, вот... Ребят, если... Не дай бог... Не дай бог...
Если на втором этапе будет Гацы с Батистом играться, я, сука, дропнусь в окно, блять, я вам клянусь. Это такая хуета будет. Контровой свет из окон за спиной картинку портит? Это хромакей, блять. Свет контровой, ёпта. Какой ёпта контровой свет? Это хромакей. Вы чё? Ёбаный рот этого казино, блядский мой. Блять, вот не хватило одного бара ей. Вот, все знают, что самые скилловые джанкреты умеют проворачивать трюк один, мощный. Бля, нет, не этот, ребят, это хуйня какая-то. Вот, самые мощные джанкреты. Макри запалило вообще поебать на него. Вот так вот ты делаешь, смотри. Это сверхразума, бля. Я не знаю, что делать. Это, блядь, сверхразума. Бля, пожалуйста. А тут нет хилки, блядь, потому что здесь Райнхард стоит, блядь. На 20 хп. Райнхард ебаный. Да, блядь. Простите, пожалуйста, я сегодня не токсичный, не хотел вот этого, блядь, говна. Хотя я накину ему еще сверху. А вы че, ты че, блядь, здесь быкуешься нахуй? Пошел нахуй. Пошел-ка ты нахуй. Ой, блядь. Ой, пизда рулю. Это ты дебил, что ли, на джанкрате там? Ты дебил, что ли, сука? Блядь, помогите. Не хочу умирать. Нормально. На тебя плеткой, блядь, падла. Орали, ебать! Ага, ага. Да мне похуям. Да мне вообще похуй, блядь. Иди сюда, ёпта, тварь. Слышь, блядь, на, блядь, на. Да мне вообще похуй, понял? На, блядь, плеткой, сука. Все, блядь. Стреляет он там за солдата, за вот этот, пули вот эти вот. Сюда! Вобдер, ты здесь? Вот тебе, как надо за хан заиграть, кстати. Ага, ты понял, записал где-то, записал вот это вот. Знаете, почему меня на самом деле не делают стримером недели? В Blizzard клиенте. Я вот вам все говорил, что меня из-за того, что я на стримах матом ругаюсь, не берут. Но на самом деле это не так. Меня просто не помещают в Battle.net клиент, потому что я на своем стриме рассказываю только сверхсекретные стратегии для Overwatch. Только сверхсекретные. Поэтому они просто видят и говорят: не, блядь, ну этого парня мы точно не поместим, пиздец. Он там просто всю подноготную Overwatch раскрывает, блядь. Что по лору, что стратегии все наши. Вот, блядь, если его туда поместить, мета в Overwatch лиге нахуй изменится вся, блядь. Все будут на Торбьорне играть. Мы уже и так рискнули вот этого дебила Горбатого взяли, блядь. Вот этого Дафрана вот этого в Атланту. Но этого, блядь, мы не можем просто поместить. Там 10 часов хуйню смотрят. Ну вот, это наказание отрабатывает. Ему близы потом сказали. Ему Джефф в Дискорде позвонил вечером, сказал: ты вообще понимаешь, что ты делаешь, блядь? Ты, сука, вот ты... Блять, ладно, ты на своих стримах там выебался, я смотрел там, блядь, 2000 человек, ёпта. Но чё ты вот сейчас вот, блядь, в лигу пришёл, свою торба вот показываешь, блядь. Мы потратили 2,5 года разработки, даже не 2,5, 2 года разработки Overwatch, чтобы все играли GOATS, потому что нам нравится в Blizzard то, что все играют GOATS, и мы вообще тащимся от Бригитты, все там друг друга там в танце кружим. Вот, кайфуем, пиздец. Ты пришел, блядь, и пытаешься что-то здесь сломать. Ты охуел? Вот смотри, на своем стриме теперь 10 часов хуйту вот эту. Мне сейчас вот за мои слова... Я, извините, я стопну на секунду. Мне вот сейчас вот за то, что я вот сказал, мне сейчас в скрытом пуле уебков кинет в команду. Смотрите, просто чекайте. Я это читал инфу, что все это шоу-постанова. Я, короче, вам хочу донести одну небольшую мысль. О том, что когда вы что-то находите, какую-то инфу в интернете или что-то читаете, я просто хочу, чтобы вы знали, что есть очень многие разоблачающие видео или статьи, которые делаются на заказ. И их количество намного больше, чем вы думаете.
на намного больше. Вот. Потому что, блядь, ну их реально дохуя. И типа, когда вы получаете какую-то инфу 250 раз, ну, как бы перевариваете ее в своем мозгу, потому что количество инфы, в которой люди либо несознательно наебывают, либо сознательно, либо делают какой-то контент при этом, ну, порой на заказ, допустим. Многие компании так пытаются друг друга сливать, делают всякие заказные видосы, заказные статьи и прочая хуйня. Поливают говном за деньги? Ну, конечно. Это, допустим, часто распространено там в среде различных продуктов. Там, типа... допустим, какая волна была заказной хуеты, когда вейпинг начал набирать популярность, вот. И было очень много заказных статей табачных компаний на предмет того, что вот там в таком-то году, блядь, там-то обнаружили ученые то, что там, типа, в вейпинге, от вейпинга рак, там, хуяк и так далее, и так далее. И, типа, ты считаешь и думаешь, бля, пиздец, вот это я дудку себе купил за 10к, ебать, там, койла намотал, купил жижон, и все, что у меня рак, блядь. И, а потом ты такой узнаешь о том, что это хуета какая-то. Вот, и таких примеров очень много. Поэтому... Мне вот я когда рекламировал 1xbet, допустим, мне писали, а ты видел вот это вот видео с разоблачением, блядь? Вот. Я зашел, посмотрел его, почитал комментарии и понял, что это хуета полная, как бы. Вот. Потому что есть огромное количество людей, которые делают ставки и всем все, ну, типа, выплачивают. А там, типа, челы пишут отзыв, я выиграл 240 гривен, блядь, на 1xbet, и мне их не выплатили, ебать. Ну, типа... Ну да, наебали тебя на 240 гривен твоих, вот это да, пиздец, это такая прибыль нехуйная, как бы, с твоих ставок, что просто, ну, 1xbet не удержались, как бы, вот, ну, типа, окей. Поэтому тут проверяйте инфу, там, ну, типа, очень много пиарщиков всяких всратых, очень много просто дебилов, блядь, вот. Поэтому тут такое. То же самое с этими шоу. Ну, понятно то, что они здесь не хуярят, там, допустим, типа, не подряд это делал. То есть, там, первый и второй раунд между ними, может быть, там, хоть 2 дня перерыва съемочных, я так предполагаю. Вот. Я думаю, что, может быть, сначала они, типа, куют клинок, потом у них, типа, там, перерыв какой-то, может, полдня, может, день, может, блядь, неделя. Я не знаю, это от съемочной группы зависит. И потом они уже делают ручку, допустим. Париматч выплачивают? Конечно, выплачивают. Но за париматч я лично ручаюсь, потому что я сам там ставлю. Поэтому никаких проблем. Вот. И... не значит же, что так, как в шоу снято, все так есть на самом деле. Там же, блядь, съемка, типа, пиздец, операторская работа и так далее. Поэтому наверняка там, ну, типа, все это потом смонтировано. И так далее. Кузнецы в одной одежде же. Ну, может быть, это все условно просто. Некоторым выпускам видно, что почти сразу второй этап. Давай уже запускай. Давайте-ка, ребят, знаете, что я сделаю, блядь? Знаете, что я сделаю? Давай уже запускай. Так, мы зайдем сюда. Ебать, где это? В правилах. Давайте вот так вот. Договорились? Вот. Чтобы просто не возникало потом никаких непониманий. Так. Пуру-пу-пу-пум.
Все, ребят, больше нет никаких вопросов. Спасибо. Вот, теперь вы будете за это получать справедливые тайм-ауты. Как тут появились кузнецы. Ну и мы, у нас, короче, мы когда с Лизой садились ужинать, вот, у нас есть канал History на телеке, на кухне. Вот, мы телек не смотрим. Вот, но когда едим, вот, мы начали что-то на рандом включать. Смотрели там над Geo, Discovery. Вот, ну, единственные каналы, на которых что-то более-менее нормальное крутят. Вот, а потом начали по History смотреть всякие шоу. И это было на History, она предложила, что тебе на стриме бы не посмотреть. Вот, поэтому можете сказать ей спасибо, когда она в следующий раз в чат придет. Go на Буу играть. А чё играть? Ты же ничем не рискуешь, ты же даже не саб. Понимаешь, суть игры на Буу в чем заключается? То, что я играю с сабами в основном. Потому что им-то есть что терять. Они подписывались на канал. У них есть пиздатый смайлик с дагом. Да? Вот прикинь, тебе прилетает тайм-аут на сутки, и ты на следующих кузнецов не можешь этот смайлик юзать. Понимаешь? А ты мне говоришь, ну ты ансап, я могу тебе хоть пермача дать, ты другой аккаунт сделаешь, и в чем, ну как бы, в чем, ну, для тебя конкретно, в чем ценность этой игры. Понимаешь? Вот. Собираюсь подписаться. Ну, блядь. Я никого насильно ни к чему не принуждаю, как бы. Вот. И никогда не клянчу там, типа, ну, подпишитесь, пожалуйста, ребят. Ну, задонатьте мне, пожалуйста. Хотя донатить это заебись и подписываться тоже. Ртутная уже выбирала. Вот. А сейчас предложу рвоте, блядь. Давай рвоте, сука, выбирай кого-нибудь, блядь. А то, сука, випку с тебя сейчас сниму, блядь. Давай рвота в банк 3 дня. Нихуя, блядь, выбирай кого-нибудь другого, а то я випку сейчас тебя сниму. Давай. Выбираю Шеги. Ты можешь нормально выбрать, сука, я сейчас реально у тебя отберу випку. Блядь. Еще хуйню какую-нибудь напишешь еще один раз, блядь. Минус и минус випка просто будет. Выбери нормальную, блядь, просто саба. Блядь, последний шанс тебе даю. Весемир. Окей. Хорошо. Правила простые, Весемир. 3 ножа Буи или 0 ножей, как бы... Ну, ты понимаешь, в этот раз не сутки, потому что в воскресенье не буду стримить, двое суток. Поехали. Чего, подождите? А я 1000. Я выиграл 10 тысяч. Мы с женой договорились, она получит 9 тысяч. А я 1000. Понял. Поздравляю, милая. Рофл принят. Спасибо вам большое за просмотр. Вот, спасибо вам за подписки. Спасибо вам за вашу поддержку. Ребят, я съебался. Пока-пока.